Здорово. Пойдем поговорим. Пойдем куда? Не знаю, может. Может подъедем кто? Нет. Что там? Мы сейчас приедем и поговорим. Просто недалеко отъезжай, где-нибудь встанете и поговорим. Короче, смотри. А вот представь себе ситуацию, да? Ты общаешься с одним человеком, общаешься с другим человеком. И с тем вроде неплохо. Ну, и один и второй человек друг друга не переваривают. Как ты себя в таком случае будешь вести? Кому лучше относиться, чем твое? Да, да. Короче, спасибо большое, что ты меня подселил к себе, да? Но я так понимаю, что за мной сейчас следят, потому что вчера со мной разговаривали, вот. А? Ну, типа... Насчет тебя. А? Как ты предполагал? Вот. Я не хочу, чтобы они там знали, где ты живешь и тому подобное. Вот. Потому что вчера немножко их план не удался, им сорвали этот план. Вот. Они там о тебе много всего рассказывали. Я там включила дурочку, что не знаю, как твои, вплоть до марки машины, на которой ты ездишь. Вот, ну типа. Я сказала, что не разбираюсь. Глупая девочка, не знаю, не разбираюсь, и только назвала цвет. Вот. Но... Это человек, правильно? Да, это то, о ком ты думаешь. Но типа я не знала, я не знала, что он. Я думала, он просто приехал поговорить, и я на самом деле сама хотела с ним поговорить. Что... Ну, вообще спросить, зачем он такую глупость сделал, приехал, для чего он вообще приехал к тебе. Да, он вообще абсолютно ничего не сделает, может. Просто ты, кстати, у тебя ничего не выйдет. Все, просто. Были ребята из РМ. Из РМ. Ну, которые со мной разговаривали. Вели беседу очень милую. Прям такую милую беседу. Угу. Вот. Мало того, ни у РМ, ни у ЛКН, ни у кого вместе взяток они соберутся, это получится.